Непогода обрушилась на Баку 10 ноября. Утром в городе ярко светило солнце, но потом внезапно поднялся сильный ветер и небо потемнело. Непогода вызвала аварийное отключение электроснабжения в нескольких населенных пунктах и освещение автомобильной дороги Баку-Сумгаит, из-за чего и возникли заторы на дорогах и небольшие ДТП. Штормовой ветер также перевернул несколько грузовых машин в Баку и повалил деревья на припаркованные автомобили. Дорожная полиция предупредила водителей об опасности передвижения в непогоду. Водителям, использующим мопеды и мотоциклы, а также грузовики, предложено ограничить передвижение. Шквалистый ветер продержится в столице еще несколько дней. Из-за непогоды уже пострадали 11 человек. Также были повреждены кровля, фасады и ограждения, специальные конструкции зданий ряда общеобразовательных школ столицы. В Каспийском море высота волн превысила 5 метров. Государственная нефтяная компания Азербайджана усилила меры безопасности. 70 сотрудников морских нефтегазовых платформ были эвакуированы на сушу. Следует отметить, что население было предупреждено о резкой смене погодных условий заранее. Стабильная погода преимущественно без осадков установится на территории страны 13 ноября. Туран Мамедли, CBC.